Физические упражнения зимой на открытом воздухе обладают отличным укрепляющим эффектом, бодрят. Можно бегать, кататься на лыжах или заняться йогой. Да-да, вы не ослышались, йогой можно заниматься зимой. Лучше делать это утром в лесу, в это время здесь дышится особенно легко. В йоге важно дыхание. Чтобы нос не замерз, воздух должен быть не очень холодным, от 0 до минус 15. Йоги дышат по специальной системе, ее называют пранаяма. Это специальная система дыхания, которая благотворно влияет на организм, также на сознание, приводит человека в состояние ровности, спокойствия, убирает излишние эмоции. Чтобы получить эффект от пранаямы, надо заниматься с тренером. Так вы освоите принцип оздоравливающего дыхания. От интенсивного дыхания на улице у меня начала кружиться голова. Но это только временное явление. А вообще, такой мощный приток кислорода положительно влияет на организм человека. В первую очередь, это омолаживает кожу. Сам по себе холод полезен для кожи, а динамичные упражнения, совмещенные с дыханием, улучшают кровообращение. Цвет лица становится ровным, кожа упругой. Это также благотворно влияет и на носовые пазухи, на лобные пазухи. Прочищает трахею, прочищает бронхиальное дерево. И усиливает кровоснабжение просто всех органов и тканей. На улице тренировка более эффективна, потому что при минусовой температуре организм тратит больше энергии, чем в теплом спортзале. Занимаясь йогой на улице, можно поддерживать хорошее физическое и душевное состояние всю зиму. Замечательное настроение, заряд бодрости, приток энергии. После занятий йогой на улице домой советуют прогуляться пешком в спокойном темпе. Дома выпить теплый чай и вперед в новый день с новыми силами. С вами была Екатерина Маслова. Получайте от жизни удовольствие.